Сотрудники службы безопасности крупнейшего в стране рынка Алтын-Орда боятся потерять работу. У них неожиданно появились конкуренты. Подозрительные мужчины настойчиво предлагают охранять базар. Причем навязывают свои услуги незаконно, говорят в администрации. Документов не показывают, отказы не принимают и даже угрожают. В итоге серьезно напуганы сейчас и руководство, и торговцы. С возмущенными поговорил репортер КТК Денис Брагин. Ермек Умаров 3 дня назад заступил на должность руководителя рынка Алтын-Орда и сразу столкнулся с серьезной проблемой. Рассказывает, на базар пришли неизвестные, представились сотрудниками охранной компании и стали навязывать свои услуги. Договор с действующей службой безопасности настоятельно рекомендовали расторгнуть, а в случае отказа угрожали устроить неприятности. У нас происходит наезд на рынок. Хотят силовым путем захватить рынок наш Алтын-Орду. Наехали на нашего начальника СБ. Говорят, что таким же путем, как Ермека Карасаевича мы подставили, также вам что надо подкинем. Надо будет подкинем оружие, и такие идут угрозы. Работники успели снять на видео несколько конфликтных ситуаций, а их на этой неделе, говорят, было немало. Что вы здесь делаете вообще? На каком основании? Кто вы такие? Сахалды джигиттер кеп турмунда. Что вы хотите? Почему вы говорите, чтобы рынок освободили? Скажите, на каких основаниях вы говорите? Вот вы говорите. До нас пришла информация, что вы так говорите. Смейте очки, хотим вас снять. Я гречку приехал покупать. В администрации отмечают, никаких документов незнакомцы не предъявили. И тарифы на свои услуги пока не установили. При этом пытались переманить к себе сотрудников нынешней охраны. Пацанам подошли, вот, где новый павильон, там все сидят. Вот так. Ну, сказали, пацаны, стоят, да, идите сюда, там, давайте вам 150 тысяч заплатим. Если будете с нами работать, вам 150 тысяч работаем. А если не согласитесь, там на улице стоят газель, СОБР. Вас сейчас все секунды убирают всех. Видели, некоторые ножи были. Действующие охранники от предложения отказались и перешли на усиленный режим работы. Некоторые уже 3 суток живут на базаре, чтобы не допустить захвата ночью. Но конкуренты пробираются на территорию рынка засветло. Для маскировки используют камуфляж. Нашим одежду ходят, с каждого ворота заезжают. Говорят, что мы новая охрана и заезжают. И здесь их ездят. По словам администрации, неизвестных, желающих навязать свои услуги, на базаре около 40 человек. Находятся здесь они круглосуточно, меняются по утрам, собираются обычно на стоянках, оттуда расходятся по всему рынку. Сотрудники администрации обратились с заявлениями в полицию, там уже начали проверку. Денис Брагин, Алмаз Нурдос, КТК, Алматинская область.